А зачем домофон дальше звонит, если мне дверь открыли? Что за прикол? Это работает. Так, а какая квартира у нас? А, во, вижу. Не, не пристегиваю. Здравствуйте, приятного аппетита и хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Я пристегиваюсь, надолго ухожу. Обычно не пристегиваю. Это закрытый двор. Тут особо не от кого пристегивать. Плюс это не 20 этаж. Тут двор закрытый, тут пиздить некому. $61. Неплохо. Да? $61 неплохо же? Считаю, что неплохо. Давай получше, ну слава богу. Да я сбежал с этого четвертого этажа. Пока бежал, устал. Все, заказы сдохли. Ничего не падает мне под конец смены, что-то странно. Подожди, да скольки у меня смена? Стоп, а я вообще продлился или нет? Придурок. Сейчас гляну. А, да, еще 40 минут есть. Темно как в заднице. Ну, это из-за того, что один... вот смотри, 0,5. Вот 0,5. Вот один. Это из-за того, что... 0,5-шка. У меня для работы, да. Так он мне, он наоборот нравится. Я убрал его из-за стиля. Он такой прям брутал. Очень красивый. Я из-за этого покупал такой аппарат именно. Такой из-за брутальности. Ну и плюс, конечно, дальность хода и простота использования. Курьер года в теге? Не, это плохая идея. Мне не нравится такая идея. Я ж не... Я курьер был... Два раза курьер года. В ноябре, если придет опять ачивка, буду еще курьером года. Я не против, как бы особо. F? Не, а, ну да, реально F. Тут кирпич? Ой, сделать. А че так много? Мало, 23 дня подряд я до этого работал. Поэтому не так все плохо, как кажется. Я приду, блин, мне дома похавать ничего толком нет, а жрать хочется. Я кушать буду, интересно, сегодня. Пипец, я голодный курьер, постоянно думаю, о чем что жрать. Людей кормлю, а сам не ем нормально. Дурка. Дурка. Пока кафе будут мутиться, Ваня будет крутиться, да. Прикол в том, что я на следующую неделю слоты набрал, поэтому выходных у меня не будет, к сожалению. О, Лё. А где связь? Что-то я не понял, подожди. Лё, что нашел? Да, я трачу с кайфом. Покупаю в день себе кофе и пирожочек. Сейчас покажу, я кэфов набрал на всю следующую неделю опять, поэтому не буду выходной опять. 1,9, 1,8, 2,0, 1,8, 1,9, 1,8, 1,8. Так что отдыха не намечается, к сожалению. Увы. Увы.
Да этих краников очень много. Правильно, правильно, работай. Ну, успеешь насмотреться. Ой, залупа пришла. Перекресток на Текучёво и на Нансена ехать. Сыр отвезти и свинину. Корейка? Какая корейка? Даша, что ли? Осуждаю. А, нет. Свиная корейка. Дико извиняюсь. Ошибочка по Фрейду. А я думал, Даша. Ё-моё, осуждаю. Так, ладно. Поехали. Энергия? Что там то энергия? Что там то энергия? А, Максим? А я думал, Даша. А Даша это кто? Даша путешественница, что ли? Даша путешественница. Это мультик такой. Я рюкзак, я рюкзак. Я рюкзак, я рюкзак. Ты рюкзак, ты рюкзак. Я карта, да, да, да. Я кэф карта, я кэф карта. Я Яндекс рюкзак, я Яндекс рюкзак. Я рюкзак. Давайте попросим жулика не воровать у него, у Вани кэфы. Жулик, логист, не воруй кэфы у Вани. Кэфы, 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 кэфы. Кэфы, кэфы, кэфы. Блин, люди вокруг смотрят порой, наверное, думают, что я точно ёбнутый на голову. Едешь, там с собой пиздит там что-то. Бля, реально как больной езжу. А я еще и стример. Скажу я стример, скажу, да, стример. Хуй с горы, а не стример. Никто ж не поверит даже. Скажет, да вот камера. Да, да, камера, придурок. Придурочный, повесил себе на грудь камеру и говорит, что он стример. Больной. Больной на голову. А кому я мешаю? Всему городу, наверное, уже мешаю скорее. Я рюкзак. Я курьер. Я курьер. Так, можно не торопиться, потому что нет смысла. Перекресток хуй клал на наши заказы. Будет полгода его готовить. Все равно. Похуй. Последним заказом перекресток поймать. Это надо быть таким неудачником. Это надо быть таким неудачником. А как он ездил? Я что-то адреналин уже не помню этот фильм. Бля, что у вас у всех дальний свет включен, суки? Ха. Не-не, мы там дальше поедем дальше. Логиста, давайте попросим все вместе логиста не кидать такие заказы. Логист, не надо кидать такие заказы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Как похолодало. Слава богу, это последний заказ, походу, будет. Ну, в пизду, я домой поеду. Устал, честно, устал уже. Все, завтра выходной себе делаю, до часу дня работаю. Пипец, завтра еще с утра надо помучиться и отдыхать, все, хватит. Дворики, вот, я про этот частный сектор, кстати, говорил, кто писал в чате, как хорошо за городом жить, типа дом иметь свой за городом. А я бы тут где-нибудь хотел бы иметь дом свой. Тут тоже тихо. Вот, послушайте. Сейчас я сейчас вызову. Ну, согласитесь, тихо. Имбовое место, имбовое, реально. Как это не будет? С 9 до часу. Завтра у меня выходной, и поэтому стрим будет с 9 до часу. А еще тут саки пролились опять, я так понимаю, да? Это саки или что это? Откуда это течет? Как ехать лучше? Блядь. Я прекратил, да, вот именно, рот свой закрыл наконец-таки, и ASMR стрим включил. Куда я еду? Я не так поехал, походу. Придурок, ты не так поехал. Как не так? Придурок. А там же односторонка. Нет. Но мне в любом случае там не проехать. Поехали тут. Я неправильно поехал. Черт. Че тут саки разлили? Ну, короче, все через задницу получилось. Как всегда. Хотел как лучше, получилось как всегда. Срезал, называется. Ага. Да срезывался. Придурок, конечно, Иван. Ой. Ой-ой. Ладно, поехали по тротуару. Что ж поделаешь. Блин, я засыпаю, не поверите. Спать хочется. Ой, а еще я замерз. Я без подштанников. А на улице, походу, градусов 12, наверное. 13. Бебра замерзает.
Ну вот тут жить уже не очень, вот тут. Тут уже шумно будет. Вот тут где-нибудь. Тут вообще заброшка какая-то галимая. КамАЗы ездят, ужас. Тут уже не очень прям максимально. Бля, машину поставил, конечно, как... Просто как черт. Почему как? Черт? Ну да, тоже верно. Курьер вижу. А, или не курьер. Я хотел, помню, себе такой велик купить. Куга V1, по-моему, называется этот велик. Прикольный тоже. Или как-то он по-другому называется, не помню. Блядь, сколько же я буду за каждое, где сыр и свинина одна, и все, больше ничего нет. Сыр со свининой. Приеду, скажут, ждите 50 минут, мы будем свинину и сыр собирать. Свинину пока поймают в чистом поле, сыр пока перекрутят или что там, как сыр готовят, вы поняли прикол? Короче, если перекресток сейчас заруинит, я отменяю, еду домой, идите. Люблю перекресток. Я рюкзак. Ой. Да, да, привезем сейчас сыр со Швейцарии, свинью из Швеции. Покоптим, помолотим туда-сюда. Ну, я в поддержку пишу, позвоню, говорю. А какого хрена долго ждать? А, переназначьте на курьера, который, ну, типа, чтобы я заказы делал, а другой курьер тогда подождет. И они переназначают, иногда не переназначают по-разному. Ой, что там такое случилось? Перекресток иногда очень долго собирает. У них, короче, доп своя доставка перекресток, плюс мы. И они руинят, бывает, прям руинят заказы. Опа. Да не, она с ребенком шла, вы что? Какая бухая. А где долго мы перейдем? Брат, а куда ты? Там кирпич, ты что? Дядька. Дядька чуть под кирпич не попиздил. Видели? Сейчас бы чисто бы в телеграм бы попал бы. Silent Hill? Или мне показалось? Что написали в чате, я пропустил. А ты видел когда-нибудь? А, осуждаю. Да, видел, к сожалению. Своему сожалению видел. Причем горькому сожалению. На Чкаловский поедете, там много такого висит. До сих пор еще готовится заказ. А мы сколько уже времени едем, он до сих пор еще не сделан. Хотя, извините, один сыр, сука, и курица. Я бы сам этот заказ уже собрал. Готовится до сих пор, жесть. Один сыр и одна курица. Походу готовят ее, крутят. Что так долго, я не понимаю.
Поэтому я перекресток и не буду принимать. И платин подрезал. Вы видели? Жесть. Это было странно максимально. А ты иди вот это. Да не, не забыли, просто ненавижу перекрестки. Без обид, ненавижу перекрестки, правда. По КД бы не принимал, но я так и делаю, когда меня автоприем снимают. Я не принимаю перекрестки, ну и нахуй. Неадекватная вообще тема. И только с перекрестками так, я за сегодня ни разу не ждал. Вот сколько сегодня заказов, делал 24. Я вообще не ждал ни разу, чтобы вы понимали. А перекрестки буду ждать, 100%. Автоприем — это когда заказы все подряд приходят к тебе. Ты не можешь скипнуть, не принять заказ. Тебе приходится все подряд возить. Поэтому я вожу сегодня все подряд. Денюшки. Ой, как светло, жесть. У меня глаза болят прямо от такого солнца. От такого фонаря, можно сказать. Ой, как же я хочу уже прийти домой, просто поваляться в кроватке. Ты сборщица была? Прикол. Такая маленькая сборщица. Ну, понятно, походу, тут надолго мы. Здорово. Так, ладно, пойду посмотрю сам, а потом буду ждать. Ой, скипать? Нет, штрафов нету, если скипать. Ни одного моего нету. Нету. Готовятся. Две позиции. Не, у меня нет. У меня прошлок нету еще пока что. У меня вот так. На связи нет, да? У меня нет никаких прошлок. Еще не сделали почему-то мне. Так у меня. Ну, отними 6%. Бля, душный перекресток, как от него тошнит, блядь. Ой, конченый. Все заказы нормальные, только перекресток такой. Корейка, блядь, и сыр, нахуй. Должен я стоять, взять корейку и сыр. Ну, я рот ебал. Рот ебал, меня ловили, блядь. Ебать, цены охуеть. Чё так дорого? Пиздец. Чё, сколько, блядь? 150 рублей вот за эту залупу. Пиздец. Кто это покупает? Блядь, я рот ебал, эти перекрестки выблядочные, ссылки. И отменить нельзя никак эту хуйню. Ой, блядь. Да, нарушение, жесть. Лимонад и кофе залупа. Тоже с паразитами, да, точняк. Это точняк, братан. О, привет. А, это как раз парочка молодая, которая работает вместе. А спроси, что там с заказом просто, да и все. Может, скажет. Я подскажите, пожалуйста, по заказу. 75-35 есть такой? Тут две позиции у меня. Сыр и корейка какая-то. 75-35 в очереди еще. В очереди? А долго сильно ждать? Один заказ до него. Ого, понял. А его никак нельзя заранее собрать? Так нельзя делать, да? Нас нельзя. Понял, понял. Ой, да. Понятно. Блять, надеюсь, когда-нибудь Яндекс отключит блевоту ебаную, этот перекресток, рот его ебал.
Логистика, правда, конченая. Ой, господи, как же не люблю перекрестки, блядь. Господи, нахуй их отключите, сука. Ой, блядь, душник. И ничего ты с этим не сделаешь, блядь. Как вы затрахали, блядь. Так весь день хороший, сука, был. Весь день был хороший, блядь. 24 заказа. Приходит перекресток. Просто мразота портит мне, блядь, весь, блядь, всю логику, весь день портит, мразь конченая. Сыр, ёвр, и, блядь, корейка, сыр и корейка, это пизда. Так еще сейчас мультизаказ придет, да, рот его наоборот, сейчас, если будет опоздание написано, я нахуй от меню пошел нахуй, кончу, ёбаная, блядь. Сыр, блядь, и корейка, это пиздец. Сыр и корейка, блядь. Так я не рофлю, пацаны, сыр и корейка, сейчас покажу. Сыр, блядь, нахуй, и корейка, блядь. Да какой кофе? Уже я домой, мне надо ехать. Блядь, где 9 смена, а я ебаться должен с этой залупой, кончу ебаный, блядь. Фу. Мразота, блядь. Еще и в очко в это ебаное ехать. Так мне не нужен сыр и корейка. Слушай, гениальная идея, реально самому отвезти потом за заказ, и, бля, ты гений. Ты реально гений. Я не буду так делать, нахуй он нужен мне. В эти, бля, душник в этот ехать, блядь, звезда, как это называется, ЖК этот. В жопе, звезда столицы. Привет, братик, рад видеть тебя, хорошее настроение. Надеюсь, оно у тебя чуть получше, чем у меня. Ждать ебучий конь, блядь, один сыр и один... рот ебал, нахуй. Конь ебаная, блядь. Ненавижу перекрестки, рот их ебал. А нет, не красная, кстати, другая залупа похуже. Рот ебал, под конец смены эту блядушку просто конч. Это тупо день, блядь, вот реально, вот, блядь, надо бы написать здесь место номера моего. Давай опоздание уже считай нахуй, я уже отменю его нахуй. Какие помойки, в пизду помойки. Не, брат, просто перекрестки все портят. Все из-за дурацких перекресток. Так и все хорошо. Блин, тут сборщиком по 16 лет, что ли? Сколько лет? Дина молодая, жесть. Бедные сборщики. Бля, какая у них нагрузка ебейшая здесь. Им же копейки платят. Бедные дети. А как детям разрешают работать? Именно? Что за прикол? Ну ладно. Жесть. Сколько ей лет? Ну от силы, ну 16. Ну ладно. Может 16 уже можно просто. Это круг, один из кругов ада, работать сборщиком, по факту, брат. Перекрестки, блядь. Двойной ад. Чистилище, братанчик. 529 рублей. Состав. Готовы? Подожди, тут нормальный состав. Может, это не такой уж плохой состав. Это очень дорого, мне кажется. Или нет? Сука, жрать. Еще стою возле роллов, которые хочется сожрать. Голодный, как мразь. И роллы, представляешь? Просто мразота, блядь. О, надо же похавать купить. Пошли похавать купим. Чё я туплю? Блин, жрать, просто жрать безумно хочется. Где тут эти? Да, потому что я был, когда в Беларуси, там реально копеечная все это стоило. Так, где тут закрутки? Я не понимаю. Сладости. Чипсики. А где закрутки? Вкусвилл? За 20 минут не могли заказ собрать, пипец, брат.
Ну я прям реально тебе тоже сочувствую. О, Kombucha Energy. Ебать, а что это такое? Опа-на! Я себе нашел, походу, вместо кофе буду покупать. Через чего они ее делают? Подготовленная вода, сахар, сок, клюква, брусника, сок, чайный гриб, цветы гибискуса, экстракт плодов китайского лимонника. Ля! Чайный гриб, органик. Да почему, кстати, комбуча очень вкусная тема. А тут релакс, маркет со вкусом лайма, мяты. Магний B6. Офигеть! Ё, сок какой! Сок слива! Вот это продают имбу! Чистая линия, прикольная тема, кстати. А, я помню, показал, думаю, американские напитки. А тут еще, кстати, можно чипсики глянуть. Я думал, Мирон, господи, показалось. Мне вообще нужны эти закрутки, я почему-то закрутки не могу найти. Голова кружится, честно, уже жрать хочется, уже заебался. Вообще эта блядушка упала. Все бы хорошо, спасибо. Ну хоть под конец смены, ладно, хуй бы с ним. Потерплю уже адскую эту хуйту. Что же у меня выбора нету. Где это, закрутки, я что-то не понимаю. Либо я дурак, либо они, их нету. И я просто балбес. А вот подожди, что здесь. О, закрутки. Так, есть у них по скидочке? Икра из кабачков. О, это что? Томаты. Ой, что-то дорого все как будто. Ну, как будто да. 79. Куль дорого так. Вы что, тут с ума сошли, что ли, с ценами? Крупы люблю, все люблю, кашки всякие люблю. Икра с кабачков. С хлебом похаваю сегодня. И нормально, и спать лягу. Ну, нормально, берем. И хлеб нужен какой-нибудь. А сейчас поди. Подожди, 100 рублей за икру, чего, блядь. А не должна она быть дешевле, разве? Что тут банка и кабак? Вы обалдели? Во, дешевле. Красота. Где я брал? Тут брал. Вот, уже десяточку сэкономим. Кухмастер, да? Правильно, 480 грамм? Где тут написано? Да. Так, есть подешевле? Смотрим, смотрим, выбираем. Пропал. А из чего состав? Гляну. Сильно конченый, нормальный состав. Нормально. Хлеб нужен теперь только. Только где хлеб теперь? Ага, ну походу хлеб, наверное, вон он в конце. Погнали. Все, я могу поддержку писать, что долго жду, заебали нахуй. И домой поеду, идите нахуй все. Поддержку ебанул. А, блин, хлеб же с той стороны, господи. Опа. А, не показалось. Не, шоколадка мне не нужна. Я раньше вот эти штуки любил очень. Ля, дешевые. Подожди, мини-рулетик. Заказ готов. А я уже поддержку написал, уебан. Сейчас отмена. Так, здравствуйте. А что-то было написано, заказ готов, а у меня... Я к вам с икрой прибежал, надо ее платить. Он корейский. Ну, зря поддержку писал. Мое, да? Корейки тут нет. Только сыр? Значит, нет корейки. Ну, да. Ничего страшного? Это так нормально? Ну, если оплата прошла, значит нормально.
Давайте вместе с кабачком спиздим. Не будем платить. Шучу, я, конечно, заплачу. Вы что, с ума сошли, что ли? Сейчас отменю, попробую. Так, если куплю такой хлеб, мне мама скажет, что я уебан, сам режь свой хлеб, тогда надо взять резанный. Взял курс полчаса сыр. Сейчас еще мультизаказ поверх придет, если не прожмусь. Надо хлеб домой купить, мама пизды даст, если хлеб не куплю домой. Ладно, куплю такой. Может, он вкусный. Типа 20 рублей, еба. Эмбарго. Так, давай пройдем, там люди идут, неудобно будет. Я вам показывал вообще-то эти. Вкусный, да? Вот эти рулетики хотел. И на хлебе сэкономил, да. А ютинский 40 рублей. Е500. Только с мамой и с бабушкой. Е450, Е471, Е322. Е163. Загуститель. Ой, бля, в пизду, я передумал. А что дома вкусненького, ничего нет, что делать? Печенье маслом помажу, поем, все, нахуй, пошли. Не время тратить. Чипсы. О, 30 рублей всего, 5D. Е127, Е621, Е631, Е160, Е551, Е330. Ебать мой писюнчик. Нет, я передумал. Все, я поел. Погнали. Поел чипсов. Давай. Жесть, блядь, чего они туда столько ящик добавляют, чтобы сдохли, что ли, люди? Осуждаю. Так, я так понимаю. А, касса обслуживания есть. Ну, кофе продается тут. Ха, тут 90 рублей дороже, чем в... Я ничего не жду. Так, что мне надо взять? Пикнуть? Так, нужна карта перекрестка. А походу не нужна карта. Все очень дешево. Ой, пизду, не надо карту, платим. 100 рублей, слышишь, вообще за копейки. За даром похаваю сейчас. Хлеб... Хлебом засунусь и кабачком обмажусь. Имба. Чтоб не могли сама. Это хорошая шутка про NPC, кстати, мне нравится. Имба. Главное, чтобы клиент не сказал отдавать свою кабачковую икру, потому что у меня нет корейки, скажет, типа. Ну, вы поняли. Типа, что ты мне корейку не привез, отдавай свою икру. Я скажу, задержи, братанчик. А что стемнело так резко? Что-то я ничего не понял. Сколько я времени находился? Сколько я времени находился в этом... Как его, блядь, зовут? Перекрестки. Че? 25 в этой залупе сидел. Рот наоборот. Ладно, погнали. Последний заказ. Везем и домой. Нахуй. На бебре я этот перекресток вертел. Чисто ешек наелся и попал в бэкрумс. Я реально, мне кажется, вокруг люди думают, что я ёбнутый на голову. Особенно, когда такой смех включаю. Реально ёбнутый. Ну да, это ж смех отца Гриффина. Это ж его смех. Ой. А как поехать лучше? Поехали так. А поэтому меня смотрят, что ёбнутый на голову. Ну, походу, ты прав, братан, походу, ты прав. Ура, сейчас последний заказ и хавать поеду, жестко заглатывать кабачок в ротик и хлебушек. Просто уверенный, ну, походу. Жестко по самой гланды буду закидывать кабачочек себе в ротик. Обмажу, чисто сейчас бутеры приду, сделаю с маслом. Чуть такое лежит, подожди, золото? А, нет, зажигалка.
обмажу бутеры маслом поверх кабачковой икрой, буду жестко заглатывать целую буханку хлеба в ротик по самой гланды и смотреть какой-нибудь стрим гуакамоле. Пихаться, жестко запихиваться кабачком в ротик и смеяться с запреток Марка. Хе-хе-хе. Да хуйня этот перекресток, полная хуйня, да. А клиент должен знать, по идее, что корейки нет. Поддержка написала, доставляйте только сыр, я сказал. Ну хорошо, а с корейкой как быть? Они сказали, что, ну, корейка покинула чат, поэтому такой, ну и ладно. Не заказывайте, не вздумайте перекрестки заказывать. Вы будете дольше всего ждать. Перекресток перевел приложение, не заказывайте в жизни. Яндекс, блядь, короче, перекресток не заказывайте, а любой другой магазин заказывайте, там быстро. Вкусвилл самый быстрый. Вкусвилл — это сила, все остальное — жесткая могила, поняли? Поняли прикол? Ой, я сейчас приеду, я жрать хочу, невозможно, прям хочется жрать, реально. Скорее уже домой. Это таксист, поэтому он так странно едет, видите? Тарков не... У меня нет времени играть, братан, сори. Я просто... Ух ты, ё-моё. Страшно, очень страшно. Текстуры не прогрузили, у типа, видимо, не прогрузили сети, блядь, как это называется, у NPC, который движение. Бля, ебать, прям тупо под колеса кидается. Жесть, бля. Все, сервак лагает, Ванек устал, пора выключать игру. Заебался играть, у меня даже NPC уже лагают. Пиздец. Дайте спокойно заказ выполнить, ради бога, умоляю. Не трогайте меня, NPC. Уже сбиваются настройки, видишь, на серваке жестко прям. Еще один. Страшно, очень страшно. Если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Тоже то на ладе поехал, чтобы вы понимали. Ужас. Пердящая лада, это ж вообще жесть. Сколько она стоит? Отдавать 3 ляма за пердящую ладу? Мое почтение. Мое почтение. Сейчас же лады дорогие. Блин, там красный будет уже. Не успеваю, сучка в течке. Ну ладно, постоянно на красный. Вон, в те дома, видите, горят желтым сверху, оранжевым. Или желтым ступом. Оранжевым. Это вот нам туда заказали. Челик быстрее бы сам этот сыр приготовил, а свинину бы поймал дикую на улице. Кабана бы поймал, чем мой заказ ждал. Блин, я бы успел, кстати, если бы газку поддать. Шлюшка, просто шлюшка. Да, начал поддавать газу и желтый. Ты ж, конечно, светофор тот еще шлюшка. Ну ладно, что поделаешь, ждем светофор. Каких 10? У них в доме прям, по-моему, во дворе этот магнит с пятерочкой. Это пиздец. Дурка. Реальная дурка. Айтишников не понять, богачей этих, да? Ну, удаленщики сидят, 1С разрабатывают жестко, анальный, 1С вот этот, который, и поэтому не могут выйти. Добрый вечер, братик. Если ты будешь устраиваться по моей ревке, я тебе на карту до 10 тысяч переведу бонуску, имей в виду. У нас большая зарплата, когда мне лень работать, я где-то 3 в день делаю. Когда кайф работать, ну вот как сегодня, 6-8 тысяч в день. Ничего, мне не очень много, где-то под 600 рублей в час выходит. Можешь зайти в ТГ мой в описании, почекать отчеты, ответы на вопросы. Ответы на вопросы, ответы на вопросы тоже есть в этом, в описании, если что. Если какие-то вопросы будут по ревке, спрашивайте, подскажу, все расскажу, братик, не стесняйся. Любые, и также ответы на вопросы в описании тоже есть, почитай внимательно. Если вдруг тебе нужна работа классная, я ищу в частную курьерскую компанию Меладзе классных курьеров, которые хотят зарабатывать большие деньги и готов тоже, в принципе, пол ревки отдавать моим дорогим зрителям, будущим коллегам. Сегодня ты мой зритель, братанчик, а завтра ты мой потенциальный коллега.
имей в виду, братанчик, я плачу деньги. И за это все плачу налоги, поэтому это все официально, легально. Короче, просто имба, братан, имба. Имей в виду, по всей РФ, РФка работает. Опа. Ну что, ровно 12 часов работаю и домой еду. Я по классике не люблю перерабатывать. Если мне впадло, я прям ровно работаю 9 часов и домой еду, нахуй. Домой, сука, ехать, правда, минут 15-20 еще. Лететь скорее. Стоп, мне показалось, там было 10 секунд. Светофор пишет уже 60 секунд. А, ну, походу, там было много секунд. Наебали Ивана, походу. Ладно, ждем, что поделаешь. Не-не, у меня 10 часов, в принципе, на изи делаю. Ну я не рекламирую, я типа просто от души это делаю, братан. Ну типа с кайфом, потому что мне нравится сам этой теме шестой год. Шестой год, вдумайся, только кручусь. Тысяч, под 15 тысяч заказов уже за плечами. Это просто как для души уже происходит, понимаешь? Для души. Смогу тут зайти, интересно, не? Блядь, душник. Блядь. Там кто-то идет? Нет, да гляну. Никто не. Ага, там еще и лестница. А сучка в течке. Ладно, поехали. От души в душе на душу, да. Что-то типа того. Меня Яндекс никогда не блокировал. Да не за что. Блокировать. Я ж не. Я порчу заказы иногда. Раз там в два года попадается мне, сука, открытый напиток, и он все разъебывает в заказе. У меня такое было недавно. Ну, у меня не за что, типа, блокировать, потому что я слишком много заказов делаю и. Ну, типа. Ну, не тот случай, что типа я блок получу, понимаешь? Ладно, если бы я совсем был каким-то. Ну, таким, каким-то. Там, не знаю. Тогда ладно. А так, конечно, нет. Ой. Да буйный пиздец, под ноги кидаются, забодали уже, невозможно ездить по этому городу. Как эти NPC отключить и машины уже? Где-то надо скачать мод какой-то, блин. На уменьшение трафика, это дурка просто. Видите, кто админы сервера ростовского? Сколько стоит аренда? Да понятия не имею, братан. Не знаю, к сожалению. Где заказ? Бля, заказ отменили, походу. Заказа нет. Что за? А где заказ? Бля, заказ отменили. Я сыр привез. Блять, а он отменен. Завершен статус стоит. Блять. Ёбаный рот. Бля, его отменили. Ой, пардон, что-то я проебался, на другу встал. Это мне кто, клиент так прибикает, типа, или кто?
Да пипец, разорвался, реально. А там попробуй левую открыть. Она бывает открыта, можно кнопку нажать там сзади. Не? Ладно. Бывает открыта. А, я в поддержку могу написать. Ёбаный рот, дурак. Где поддержка, бля? Зря сюда ехал бы, получается. Как придурок ехал, а в итоге заказ отменили. Ну это пиздец, блядь. Я дурачок, зря бесплатно проездил. Бля. Да я понимаю, что срок хавай, ну, блядь, вы отменили или что? Я сейчас поддержку писать буду. Непонятно. Чаевых 140 рублей кто-то оставил. 6400 мы заработали за сегодня еще даже. Нихуя себе. Этот заказ можно считать выполненным, в принципе. В теории, что я его отвез. Короче, 65 баксов, поехали домой. Я заебался. Пойду сейчас сыр. Че, я зря что ли кабачок покупал и хлеб? Вот сыр как раз пригодился. Блин, охуенный клиент. Спасибо клиенту. Хоть похаваю сыр. Я давно уже сыр. Сука, и сыр хороший еще дорогой. Или дешевый, хуй пойми. Короче, похаваю жестко, пацаны, сегодня. Бля, сейчас поддержка ответит, что с сыром-то делать? Заглатывать самому по самой гланде или клиента искать по самой гланде ему давать? Вот хуй знает, кому давать, себе или клиенту. Ладно, будем сейчас думать, что поддержка ответит. Ну, походу, отмена. Бля, два заказа. Бля, два заказа осталось до 1080 рублей. В пизду мы свободный слот открываем, парни, я не еду домой. Нахуй мне домой ехать. Два заказа. Не, в пизду, я свободный слот запускаю, мне похуй. Сорян, парни. Я не буду проебываться. А точно 26 заказов? Все, все. Блин, ну это ж отменен был заказ, вот хуй пойми. Если он был отменен, мне на два заказа хватит медленно ехать. Но тогда я вернусь домой, как мертвая псина. Вот я думаю. Оператор уже здесь, блять. Вот мне не понять, если этот заказ отмена, то это три заказа, скорее всего. Поэтому я не буду тогда выполнять. А если два заказа, я, наверное, сейчас выйду на свободный слот, походу. Да похуй. Нет, оно показывает, ну это ж отмена была. А засчитала как заказ. Вот кому верить, блять. Считаются? Так я же его не довез. Как он считается? В смысле, что за хуйня? Дичь какая-то. Бля, оператор, можешь быстрее ответить? Блядь, я буду домой ехать или работать мне еще? Ёбаный насос, Жора. Бля, сейчас в очко кинет, не удивлюсь. Вань, да давай, да еще 80 рублей. Что, на дороге валяются, что ли? Нет, не валяются. Как? Не, пешек я не буду ставить. Ладно, погнали, начать свобод... Бля, страшно, дурка, на свободном слоте выходить. Бля, дайте через аккаунт перезайду, может, надо все-таки сыр доставить. А то сейчас порофлим. А, если я его вез, да, да, я понял. Я сейчас перезайду в аккаунт, может, реально глюк какой-то, надо сыр довезти. Копейки? Ну это не копейки. Я запустил свободный слот, все, пизду. Блять, что это сейчас было только что? Блять, что происходит? О, в центр поедем. На береговую 6. Отсюда на береговую 6? Нихуя себе заказ упал. Ебать, заказ упал. Бля, свободный, сила, походу, плановый, могила. Мне заказ, мне на пятихатку заказ пизданулся, слышишь, прикол? Мне заказ на пятихатку упал, в ахуе. В ахуе.
Там 5 баксов минимум заказ, охуеть. Бля, ну правда сейчас NPC начнутся, вурдалаки всякие, зомби, бухарики. Так, а как я тут? Заказ уже готов, а мне еще ехать, обалдеть. Блин, это плохо. Ладно, сейчас придем, сыр пожрем. Это, с кабачковой икрой где-нибудь. Не зря остался. Только вот тут, походу, я не перееду на ту сторону. Это пиздец машин, вы бы видели. Там куча машин. И там куча машин, жесть. Перекресток... Ой. По факту, перекресток руина. Что они заруинили доставку. Я бы отвез им, реально. По факту, они... мудаки, правильно же? Я бы отвез, если бы не отменил, если бы было нормально. Фу, бля, канашка опять запахла. Ой, бля, сегодня день денег! Деньги, деньги, деньги! О-хо-хо. Ебать, я заработаю сегодня восьмерик, походу, пацаны, если не больше. Имба, эмбарго. Работаем, братья. Пизду отдыхать. Нахуй этот, кому отдых усрался. Газу, газу. Запахло перекрестком, походу, да. Бля, здесь поддержка не напишет. Сыр надо отвезти клиенту. Скажу, ага, конечно. Завтра выходной, да. Завтра с 9 до часу смена, правда. Надеюсь, я смогу встать. Надеюсь, у меня получится проснуться. Не, ничего опасного. Ну просто ты не работай после 7 вечера, это будет не опасно. Привет, привет, рад видеть. Не, не скажут обратно везти. У нас все отмены утилизируются в животик. Бля, сейчас въебет. После 7? Ну, после 7 вурдалаки всякие бухают. Во дворах всякие парни четкие сидят. Опасно спиной к машинам? Да ничего опасного. А что опасного? Ну, въебут и... Тесла! Бля какая. Я буду ждать, когда она газанет. Бля, сучка. Ой-ой-ой. Хороша. У меня встал. У меня реально встал бебрунчик. Ой-ой-ой. Я бы такую бы машинку бы... Блин, Тесла — это лучшая машина, я вам отвечаю. У меня деньги будут, я сразу Теслу куплю. Ну, если будут деньги. Ух, ебать, паровоз хуярит. Какой красавец едет. Ух ты! Пацаны, ну это скрипты. Это игра такая. Real Life. Яндекс Трендинг Real Life. Устраиваем все поревки, пацаны, лутаем деньги. Да не, не успел сохраниться, надо было реально сохраниться. А сейчас бы справа, если бы выезжал какой-нибудь аппарат бы. Не дай бог, конечно. О, надо газку подать, успеть. У меня тут пейзажи ростовская красота называется, да. Это, конечно, Иван Жапан. Добро пожаловать на канал. Иван Жапан стримит прямиком из Ростова на Дону. Так, ладно, все, эта дурка уже началась. Надо останавливаться. А то сейчас услышит кто-нибудь, скорую вызовет, сука, и в палату запакуют пацана.
И поедет пацан. Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой. Типа того. Не, не к лучшему. Я думаю, не к лучшему. 180-й регион, это где интересно? Телефон к телу, да. В описании канала есть ответы на вопросы. Братан, почекай, пожалуйста. Там есть все подробное. С чего я стримлю, как я стримлю, как я чат слушаю. Не поленись, братишечка, ради бога. Умоляю, воспользуйся описанием канала. А, ДНР, реально прикольно. Ну, наши слоны, я понял. Понял. Ой, как холодно, пипец. Да я забыл, что я ни на что не накоплю. И не коплю, и написал сегодня зачем-то дополнительно коплю. Забыл, что уже писал, что не коплю, я запутался, и пиздец. И получается два ответа. Я перепишу сегодня, если не забуду, если приду, силы будут, я перезапишу. Но походу сил уже не будет, я приду, просто вырублюсь в сон, скорее всего. Извиняюсь, это продукты жизнедеятельности уже пошли наружу. Да что ж такое вышло? Да ё-моё, хуже, блин. Иван, заказ был отменен. Ой, слава богу, повезло. Короче, я залутал халявный сыр, я залутал халявный заказ, имба. Это просто имба. Еще два заказа сделать, и будет 1080 рублей. Вообще имба. Сыр, да хуй знает, какой-то там, не помню, какой-то сыр. Рублей за 200. Ну там прям кусок такой знатный. Знатный кусок. Походу клиент понял, что нет смысла. Так бы еще плюс корейка. Так отменили, походу, потому что корейки и не было. Клиент, наверное, увидел, что не было корейки и решил думать, ну ладно, отменю. Я спешился, решил пешком пройти в пизду стоять, заебался. Там стой, тут стой, блядь, везде, сука, стой. Я что, блядь, ждун, что ли, стоять? Я курьер, амбассадор. Реально помер с голодовки, осуждаю, не поддерживаю, конечно же. На всякий случай, чтобы не забанили. А, номер заклеил, прикольно, тряпкой, жесткий. Ой, мужичок, вылази. Ну, давай, выезжай. Не тормози, сникер, с ним. Красавчик. Да, не поблагодарил. Козел. В GTA 5 RP, разумеется. А мог бы поблагодарить курьера. Знак уважения. Жесть. Где его уважение? Я в ахуе. Ноль уважения. Курьера. Ой, мразь. В GTA 5 RP, разумеется. Выхлоп. В городе выхлоп включать и заслонку не покупать. Просто бедняк. На машину денег хватило, на заслонку не хватило. Фу. 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 Я на таких смотрю, типа, фу. Вот так делаю. Фу. Заслонку, сука, не может поставить, блядь. Машину хуй за сколько купил, заслонку не может поставить. Просто выблюдок. Сука, в городе надо заслонку покупать, если вас не учили. Машины покупаем дорогие, значит, да, на заслонку денег не хватило. Ну, дурка ебаная просто. У меня слов нет. Ну ладно, КамАЗ без заслонки, я уже понимаю. Но машина гоночная без заслонки, это, ну типа, это просто могила реальная. О, сейчас тип чуть не зацепил машину, я в ахуе. И я чуть не зацепил машину, я в ахуе. Так, начался экшен. Вечером всегда... Бля, куда они все едут, уже поздно. Стоп, а 9 часов, почему пробка в городе? Вы чё? Да, есть, конечно. А куда ж без стопа? О, курьер поехал на ладе. Я одного не пойму.
Откуда такой поток машин в 9 вечера? Они что? Куда они едут так поздно? Ребята, кто шарит? Куда люди в 9 вечера едут? Если завтра выходной уже. Я просто не понимаю. А, пятница. Пятница повод насалатиться, типа, или что? В ахуе. Вечер пятницы повод насалатиться, я понял. На Либердон. А эти люди куда все стоят? Обалденно. Вечер пятницы, реально просто трэш творится какой-то на улице. Я в ахуе. Звезда в ахуе. Как там говорил этот Зверев? Звезда в шоке. Это, наверное, только дети. Это только, наверное, вспомнят 30-летние мужики. Помните, передача была по... Бля, по какому каналу передача была? Я пытаюсь вспомнить. Зверев. Приговор модный со Зверева. Он говорил всегда: звезда в шоке, звезда в шоке. Помните? Ну скажите, что помните, ё-моё, я же не настолько старый уже. Пиздую за 27-м заказом. На экране надо написать, кстати, что 26 заказов у меня уже. А то я неправильно стату веду. Мне надо 28 заказов делать, чтобы получить еще 10 баксов бонуску и домой ехать. Помните, да? Я реально динозавр, ебать. Зверева передачу помнить в ахуе, реально. Я думаю, из моих зрителей только 30% помнит. Продитель прям в голос проорал я сейчас. Это смешно. Да фразу все помнят. Нет, такую не помню, к сожалению. Значит, я не настолько старый. Ладно, это не в обиду было. Бля, единственная отмененка за полгода, блядь, за 2 месяца, это сучий сыр. Просто тупо один сыр. Отмененка в виде сыра. Кому скажи, Карлы, это пипец какой-то полный. Один сыр, Карл. Ой, бля, я, наверное, не надо было нарушать, надеюсь, меня не видели. Бля, неловко вышло. Ой. Бля. Надо бы пешочком пройти, что-то как-то стыдно получилось, неловко. Они так на меня посмотрели все. Бля, все, больше так не буду делать. Что-то мне как-то даже неловко стало. Захотелось вернуться и сказать, типа, оштрафуйте меня полностью. Типа, арестуйте меня полностью, я нарушил. Бля, реально стыдно. Просто они так посмотрели, типа, бля, ну ты козел, конечно. Проехал на пешеходке. Я такой думаю, бля, ну да, реально козел, в принципе. Черт. Неловко, реально, очень неловко получилось. Так, надеюсь, это отмена будет, там на 3000 сумма Сэма, тупо Том Ямов на 3000, вот бы отмена. Бедный сумма Сэм, один погибает тут. Тут раньше было 3 заведения, теперь один сумма Сэм. Хотят же сделать полностью это все сумма Сэмом, настолько он популярен. Все остальное загнулось. Джем загнулся и какая-то пицца загнулась. Да понятно. Добрый вечер. А я к вам за заказом. 19:35. Да я думаю, готов. Написано, что готов. Какой? 19:35. Там огромная сумма. Добрейший. А подскажите, 19:35 заказ. Теория-то он. Да? Он супер. Спасибо, очки. Хорошего вечера. О, чуть такой сыр. О, отмененочка. Взял сколько сыра, офигеть. Сегодня похаваю на халяву. Хотя бы сыра. Хоть что-то. Спасибо и на этом.
Лучше бы, конечно, сумму СМ бы отменили, было бы неплохо. Вот. Все, погнали. Здравствуйте, здравствуйте. Рад видеть. Ой, какая тяжелая жесть. Так, ради бонуски я решил поэшачить 13 часов за сегодня. Просто крейзик. Так, 6% на заряде телефона. Ё-моё, вот это печальная тема. Надо срочно подзарядиться. Если от меня отмена прилетит, я реально на неделю еще отдохну. Ну, как стремно сказать. Да не то, что прям стремно. А куда пауэрбанк делся? Блять, подожди, что-то я... А, он внутри меня. Точно, я и забыл. Сейчас, секунду, извиняюсь. Бонуска дает $10, я сказал же. Бля, я внутрь себя засунул, пизда. Сейчас пока распакуюсь, расчехлюсь. Телефон уже на обсосядет. Сядет. Сейчас, секунду, ребят, извиняюсь. Сейчас я вставлю по-бырому. Так где вход-то, блядь? А, вот, я нашел, извиняюсь за мат. Сейчас, извиняюсь. Ай-яй, аккуратно. Сейчас засуну. Да, ё-моё. Не принуждают уже как 4 года, братанчик. Ты в каком году живешь? Здорово, братик, хорошего вечера. Так, а теперь ничего не закрывается у меня в итоге. Ё-моё. Ну как закрыть-то теперь? Ну, а как закрыть-то? Да ё-моё. Ладно, не буду закрывать, короче, пофиг. Как есть, так есть. Не получается что-то у меня закрыться. Опа, опа, опа. Ну что, погнали дальше? Это да. На береговую. Ну да, не зря запустился, реально. Ой, запустился. Ну да, на свободку вышел, не зря. Сейчас еще залутаем баблишко. Ну, естественно, можно скушать. Думаешь, что я тут 6-й год работаю? Да халявно хаваю постоянно, потому что. Это ж вообще имба, брат. Это ж вообще имба имбовая. У меня девочки пропускают, ё-моё. Да, блядь. Ой, девочки, не ругайтесь, простите, пожалуйста. А, не на меня? Я думал, меня уже ругают. Конечно, отдыхают. Ростов – это столица доставок. Это лучшая вообще... Бля, там полиция стоит. Да, постоянно встречаю. И пеши-пеши. Сегодня девочку пешу встретил с розовыми волосами. Она говорит, она борьбой занимается и с перцовкой ходит. И на нее постоянно агрятся из-за волос. Из-за цвета волос. Типа розовый цвет волос девочка покрасила. И почему-то до нее доебывается. Она говорит, ничего, в курьерке 3 месяца работаю нормально. Это же второй раз кто-то сообщение зачем продублировал. Да, я же говорю, Ростов это имба. Ростов это амбассадор по доставкам. Реальный. Тут заказов жопой жуй. Еще бы 10-ку получила. Да, да, по факту. Еду в Магадан. Бабушки шугаются, обалдеть. А, там город изменили, я понял. Понял. Да бля, сопли, заебали. Да, сам собирал. Ничего сложного, можешь зайти на YouTube-канал мой, одноименный. Там есть видос «Минако Монстр сборка».
Это 3 месяца назад как раз было. Можешь глянуть, если есть желание. Если тут поехать, я больше срежу пути или там поехать лучше? 40 секунд. Не, поехали вперед, пизду. Время тратить. Блин, как холодно на улице, вы бы знали, это пипец какой-то. Ой, ой. Наши слоны. Я думал, он по сплошной похуярит. Я думал, он налево поедет, реально. Выплаты каждый день, конечно, братанчик. Сейчас 3 палочки, да, да. Под нагрузкой иногда 2. Так, вот думаю, как лучше поехать. Дальше или тут повернуть? А, все, заморгал, поехали тут. Ой, бля, подожди. Да, вижу, вижу, на красный. Да, я сам нарушаю, похуй. Вот именно. Так, давай, пони по горам. Стоять или не будет? Не будет, ладно. Стоп, аккуратно. Да вижу, вижу. Блин, 3 палки падают, это плохо. Блин, главное, чтобы я не разрядился на последнем заказе. А то я охуею пешком идти еще домой. Это завтра вообще не выйду на слот нахер. Если так будет. Ну, типа, если я разряжусь реально. Не успею. Да я понял, блядь, это стоять, ебаный рот. Кстати, осознал, что некоторые в клуб ходят ради удовольствия, а я понимаю, что у меня до работы реально в кайф. Я как будто бы в клубе каком-то. Да, устраивайся, дадут тебе бесплатно. Ты по моей ревке зарегаешься, я тебе до 10 тысяч на карту переведу, бонуску. И ты будешь вместе 6% налога платить 4% по бонуске. Это не темно в Ростове, это 0,5 ширик на айфоне. Сейчас поменяю. О, нормально видно. Получше стало. Брат, устраивайся по моей ревке в описании. Тебе денег еще заплачу, имей в виду. На лето тем более, почему нет? Имей в виду. Одноименный канал Ваня Меладзе. Не, почему для себя? Зайди на YouTube, напиши Ваня Меладзе, тебе канал выдаст. Там 360 подписчиков и 460 видео, что-то такое. Ну ты найдешь сразу, поймешь, что это мой канал по видосам. Блин, заказ реально дорогой будет с кайфом. Блин, ну за сыр респект. И сыр халявный залутал. Сейчас еще после этого еще заказ делаю. И еще и денег залутаю за бонуску. Неплохо. Вот уже заказ упал. Сейчас сразу слот закрыть, чтоб не охуеть, чтоб не разрядиться. Ну, не факт, что кайф больше был бы. Сейчас я дам этот заказ. Если там будет 5-катка, то это, скорее всего, даже будет кайф огромный на свободе. Не факт. Второй подъезд. О, хорошо.
все, это последний заказ, следующий будет, и можно домой ехать. Сейчас я сразу слот завершу на всякий случай, свободный, чтобы потом еще больше заказа не падали мне. О, Яндекс.Сила. Конечно, ничего не могу сказать. Надеюсь, хотя бы заказ следующий не на Зеленый остров в это время. А то я охуею на Зеленый остров в это время ехать. Или на левый берег, куда-нибудь в сраку, в каком-нибудь куча собак бездомных. На обычном, ну, 300-400 рублей где-то в час получается на обычном. На мопеде получается 60 тысяч в неделю. Вот знакомый заработал. Выше, да, возможно, выше. Да, сегодня бонуску делаю. Проходите, ребят. О, братишка. Здорово, братишка. Спасибо. Шестой дом, 300-я квартира, правильно? 300-я наша. Да. Еда. Понятно. Все, пойду кормить. Хорошо, спасибо. Зачем? Полторы недели. Здравствуйте, приятного аппетита, прекрасного вечера. До свидания. Все, последний заказ, и мы бонус получим. Ай, хорошо. Сегодня прям так хорошо, день идет, кайф. Стоп, а куда я пошел? Где выход? Да. Так, что, сколько получилось, как думаете? А какой следующий, как думаете, упал? Перекресток. Вот же шлюха. Конченая мразь. И опять в этот дом ехать. Надеюсь, опять отмена будет. Заказали вода. Ой, блядь, я-то в рот ебал. Ой, блядь, пиздец, блядь. Ой, блядь, вот же ж говно ебаное, сука. Перекресток. Конченая ты мразь. Ну ты мразь конченая, блядь. 1,4 кайф. Ай, бля, пиздец, столько километража, 185 рублей надали на... Ай, блядь, на этом дали. Два, ну плюс два, если примерно, то это будет 66 баксов. Да, заказ, конечно. Зря я открыл плановый свобод. Все-таки надо было домой ехать. Да. Заказали вот сюда, а ехать вон туда, нахуй, в очко в гору. Я ебал, меня ловили. Вот же мразота. Я про ситуацию, не про заказ. Ай, ну еще мразота то, что перекресток. Шлюха перекресток, вы представляете? А теперь не просто синяя, а залупа какая-то конская, которую, знаешь, подобрал. Вот это голдшмота есть. Есть, короче, вот эти белые шмотки полностью, типа, дешманские, как они из обычных мобов выпадают. То есть абсолютно ни для чего они. Для простой голды, типа, понимаешь? Это ж вообще трэш. Это же полный трэш, блядь. И там вода, ебаный ее рот. То есть если я не еще заказ будут мне час собирать, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Какая хуйня упала. Господи, просто слов нету, блядь, душник. Это ж надо было, как, насколько надо был шанс был, что я перекресток поймаю второй раз, сука.
И настолько оконченный заказ тупо с водой. Не, ну это пиздец. Это пиздец. Да. Просто пиздец, блядь. Просто пиздец, парни. Не, нахуй такое. Это пиздец. И за этот заказ мы по-любому получим тоже рублей 180. И все делаю ради... И все ради бонуски делаю, ебаный, понимаешь? Я бы не вышел на свободный бой в жизни. Че, я ебанутый, что ли? Я 180 рублей сейчас получил километров за 6, за 7. Это ж... Ебать, это что, поезд? А что он тут забыл? Ебать, ля, где поезд стоит? В кушерях каких-то, ля. Ебать, в парке поезд стоит. Что за прикол? Первый раз такой вижу. А, прикол. Ладно, поехали. Бля, еще и в горку ехать в очко. Ой, шлюшка. Просто шлюшка. Бля, он так крашеный какой-то, новый прям, гляньте. Пиздатый прям, весь блестит. Не знаю, там видно через камеру, не видно? Ой, блядь, лучше б я не выходил на свободный слот. Лучше б я домой поехал, на свою голову вышел. Там на 1000 рублей одной воды заказали. Ну, кучу бутылок. Там заказали, мы едем за... Сейчас посмотрю. Мы едем за... За 10 бутылками по три с половиной... Чё, блядь? По 0,3, блядь. Это сколько литров? Подожди. Это вообще ни о чем, что ли. 10 умножить на 0,3. 3 литра, бля, ебать. Я из-за 3 литров еду нахуй в очко. Пизда. Вода брау дюрсо какая-то. Ну это заказали, там элитное жилье сдают посуточно. Скорее всего, как знаете, бизнес-такси у Тамаку и Димы воду дают на халяву. Заказ готов, только что статус пришел. Я ебал, меня ловили. Охуеть, повезло. Я ебал, меня ловили. Бля, ну все, день удался. Сейчас этот заказ 2 бакса, если заплатят. Это 68 баксов и плюс 10 баксов. Это 78 баксов. Ебать, охуенно. За 13 часов. Это сколько? Давайте в деньгах посчитаем. 78 баксов. Делим. Ну, примерно, я на глаз считаю, естественно. На 13 часов. 600 рублей в час. Ну, бля, ладно, пойдет, похуй. Похуй. Если бы я бы не был доволен, если бы у меня аренда была... А учитывая, что это чистыми, минус налог. 7800 минус налог, это сколько примерно? 7400 будет? Бля, заебись, я счастлив. 81 регион, откуда это интересно? Как думаете, откуда? Заказ готов, это радует, реально. Правда, ехать далеко, конечно, это пиздец. Оплата происходит так. С понедельника по пятницу в половинке прошлого дня 50%, а вся остальная часть всей недели, каждая половинка, в следующую среду за всю прошлую неделю. You know? Это я тебе образ объясняю прям полностью вкратце. Прям. Сегодня пердун поехал. Вечером прям столько пердунов просыпается. Фу, блядь, холодно что-то. Блядь, если еще пробка сейчас в это время будет, я обалдею. В 10 часу по стачкам, если пробка будет. Да, братан, я на счета не смотрю. Я только по средам, когда выплаты за рефералов приходят мне, чтобы пацанам, моим слонам деньги выплатить, я только в это время начинаю деньги считать. А так я бабосы не считаю. Я в кайф живу. Я на счета не смотрю. Я смотрю туда только когда мне приходят, чтобы я нашим слонам выплатил, и все. Ну, я на цену икры смотрю, но
сколько мне там зарплата приходит, не смотрю. Там сколько-то сотен тысяч капает, я доволен. Ой, блядь, до сотни тысяч в месяц капает, я доволен. Какая дорога плохая, я в шоке. Блин, страшно. Я думал, меня остановят сейчас. Страшно. Да какой спецом? Там просто мимо не проедешь, можно зацепить кого-нибудь. Я побоялся. Блин, я не перестроюсь, да? Сколько секунд? 30 секунд, ладно, подождем. Да я боюсь что-то вперед ехать, страшно. Подожду лучше. Страшно. Сегодня я иду на рекорд. А, какой рекорд? Не, рекорда не будет. Это же бонуска маленькая. Это если плановый сон был бы до сих пор, да, это был бы рекорд тогда. Ой. Бля, быстро заряжается Пока, вообще кайф. Мне так нравится он. Мне так нравится твой. Ладно, не буду эту песню петь. Блин, разряжается потихоньку. Мне бы до дома бы хватило потом доехать. Пожалуй, я медленно поеду лучше туда, в ту сторону. Не буду газовать сильно. А то сейчас поспешу, потом до дома не доеду. Это ж пиздец будет, вообще обидно. А жрать-то уже хочется, я ж не жрал уже сколько. На свободном. За тот прошлый заказ, когда мы ехали, с умом везли. Сейчас скажу, сколько дали. За прошлый дали... Бог экстрим уже 4 года, ему нормально работает. За прошлый дали 1.4к 185 рублей. То есть это, ну, полный пиздец. Я считаю, бесплатно отвез его, считай. Я бы в жизни бы не вышел на свободку и не повез бы такой заказ. Ну что, я совсем долбоёб. Но пришлось из-за бонуса выйти. Ой, как холодно тут, трэш. Поливали, видать, и очень холодно. Ой, бля, как холодно. Аж яички мерзнут реально от ветра. Блин, приходится очень медленно ехать. Я боюсь, что мне батарейки не хватит до дому. Не буду торопиться сильно. Да, я в итоге домой приеду в 11 часов ночи, блядь. Да похуй, нормально. Оно того стоило. 10 долларов на дороге не валяются. Не, у нас не темно. У нас просто 0,5 ширик сейчас был включен. Если в жизни, оно примерно вот так выглядит. Сейчас покажу, как выглядит. Чем медленнее еду, тем... Да, ну конечно. Видно, как вот. Вот так. Coco Extreme Ba. На удивление, охуенный телефон. Он столько лет продержался, ничего с ним не случилось до сих пор. Сколько падал, ронялся. Лагов нету, все тянет. Ну, я в игры не играю, но все остальное тянет, все приложения. Яндекс Про карты, ничего не лагает. Все четко. Ну, ебать, топ за свои деньги. Я за 17 тысяч в свое время новый купил. 4 года назад. Я прям доволен. Блин, холодно что-то, пипец. Очень холодно. Хотя три палочки еще, но я боюсь разрядиться. Я как-то поспешил на последнем заказе и пешком потом шел 5 километров. Такой уебан тоже. Вспотел как мразь. Так что сейчас я тихонько доеду, а назад уже буду просто лететь. Я в Genshin не играл, поэтому не шарю за Genshin. Я на компе пытался запустить, у меня компьютер тоже грелся, поэтому... Ага. Пофигу. Ну, Genshin я пытался, кстати, поиграть, но я так и не понял прикола, потому что... Ну, что-то не понравилось мне, странно. Вот что-то не зашло. О, за чайком давай, хорошо, чаепитие. Реально, камень привезли, такое бывает? Ебать. Я, кстати, не думал, что на... Я не думал, что на маркетплейсах могут наебывать так сильно. Куклу Гуакамоле отдам, да, как вариант. World of Warcraft, ну это имба. Кого заказывать? Ты про что?
Про велик? Не знаю. Где мы дешевле? Официально на Озоне у Минака можно заказать. Или про что вы? Про Poco X3? Что заказывать? О чем речь вообще? Я? Не, я брал с Мегамаркета, брал. Магазин Люкс Вело, если мне память не изменяет. Они меня не наебали. Ну, Poco X3, конечно, уже не выпускают. Слишком имбовый телефон, который дисбаланс создает среди смартфонов десовых. Он бы просто его, только его бы покупали, поэтому его сняли, видать. Давай за чаем, братишка, хорошего чаепития X2. Бля, замерз, пизда, пацаны. Знал бы, куртку бы одел, я уже руки не чувствую, холодно прям невозможно. Эти поливалки, блин, наполивали. Сыро на улице теперь из-за этого, и очень холодно. Жесть. Ой, и провод висит, офигеть. Сейчас бы током пизданул, не дай бог, конечно. А! Яму не увидел. Курьерить будешь, братан, респект. Наш мой коллега, братишка, респект тебе. Правильно. Нахуй это работа другая. Яндекс.Сила. Какая-то другая работа, могила. Красава, брат, респект тебе. Бля, если не хватит зарядки, это пиздец. Домой, такой не кайф, иди пешком домой. Бля, душные дороги конченые. Так, ну вот он и уже перекресток, слава богу, хотя бы. Это радует. Крестить, что? Чего, блядь? Это типа прикол, шутка или что это? Ну осуждаю или что, в смысле? Это прикол или что это? Бля, не понял, а к чему прокрестить это? Что значит? В чем прикол? Я не понимаю эту шутку. Это шутка или что это? В чем прикол? Прокрестить это что? Что это? Что, типа прикол такой или как? Объясни. Объясни, братан, я не выкупил, вообще не выкупил, брат, объясняй. Тебе придется объяснять, я нихуя не понял, в чем прикол. Типа, почему надо пару раз крестить? Это зачем так делается? Для чего? Объясняй, срочно. Как холодно, жесть. Ой, наши слоники, да, по факту, брат. Комары? Да не нападали еще пока. А, ну так я не понимаю выкупа прикола. Я думал, может это запретка какая, хз. Ой, кто это? Господи, показалось. Я думал, кого-то человека понесли. Господи, осуждаю. Показалось. Ой, блядь, опять резко поворот нажал. Все время забываю, что у меня передний тормоз. Я чуть не улетел опять на повороте. Придурок. Так, погнали, последний заказ забираем. Бонуску 10 баксов депаем. О, получаем. И домой отдыхать едем, слава богу. Это уже невозможно прям. Я прям подзаебался. Ой, это уже сколько? 13 часов за сегодня, я в ахуе. Я давно столько не работал просто. Сейчас 14 часов работы пойдет. Это вообще жесть, конечно. Ой. Зайчик. Я зайчик-попрыгайчик. Ой.
Ай, новый замок Криптонит. Где этот перекресток? А где перекресток? А, господи. Все, я заработался, спасибо. Так, а кто заказывает это? Не тут, по-моему, же. Или нет? Ой, боже. Последний заказ, слава богу. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, 91-92. Там вода одна, как будто бы. 99-92. Ага. Так, куда? А, да, иду. Угу. Так, сколько там время сейчас? 21-56. Так. Смотрите, там стекло. О-о-о. Там стеклянная водичка, я в два пакета поставила. Есть. Ну, мне... А, во. Один пакет всего? Да. О-о-о. А, такая легкая, все, это нормально. Хорошего вечера вам, до свидания. Погибали, как могли. Ой, правда стекло. Да хуй с ним разобрать. Ой, как он на том звук странный издает. Надо лучше положить его лучше. А то сейчас разобью, еще не дай бог. Хватало еще под конец, блядь, воду разбить ебаную. Ой. Да, ютубчик ждет уже с бутерами, это правда. Ой. Велосипед в описании. Не. Все, домой. А, домой. Заказ. Свезем и домой туда поедем уже. Это я под конец смены уже превращаюсь в мартышку. Да нет, там 3 килограмма всего на самом деле. Тихо. Это мои фолловеры, кстати. Наши слоны. Это который 42 килограмма весит велосипед. Да. Все правильно. Ура, последний заказ, пиздец. Я не верю в чудеса. Водит машина в небеса. И теперь я новый супергерой. Ебать, я вспомнил. Александра, по-моему, рыбака его зовут, что такое. О, домой. Домой, блядь. Домой. Да, мобильный Криптонит Evolution Mini. В свое время новый урвал за 3500, а сейчас он стоит под 10 тысяч рублей. О, ебать! Привет! А как ты летишь так быстро? Так нечестно! Заглушка? Привет. Ну это Криптонит Evolution, замок такой. Как он так летит быстро? Движением жестко. Здравствуйте. Я на стриме сижу. Ну похвастаю. Показываю.
Но это не обращай внимания, эти суммы. Это вот за сегодня, вот это, сейчас еще один заказ и плюс 1000 рублей. Неплохо. А сейчас еще покажу только тоже. Это между нами секрет. Это между нами секрет. Да, я думаю, что... Блять. Ну эти какие-то просто. Да, да, да. Бля, я, это наши слоны, как говорится. У меня вот это сейчас домой. Домой? А сколько сделал? Ну, это вот, типа, 3,5 часа. Ну, на, это, ну, это хорошо, ну, очень. Это не очень. Ну... Я полчаса без заказа стоял вообще. А я на свободку вышел. Да. Офигенно длинный заказ, 180 рублей всего дали. Так грустно было. А ты сейчас куда? Домой. А я последний заказ, тупо перекресток, вода. Стеклянная 3 литра. Куда везешь? А, Береговая 6. А, ну нормально. В ту сторону. Центр, и домой поеду, да? Да. Да. Один заказик, 28 заказов, 1080 дают нормально. Да. Что, полетели? Да. Или ты кого-то ждешь? Да я. Ты хочешь на этом поехать? Да. На автобусе, что ли? Сейчас я думаю. Ты как, хочешь, думаешь, как поехать, типа, лучше? Да. Здесь мне неинтересно. Я хочу просто поехать. Ты хочешь подняться по Бабушкино до... Да, как? До Профсоюзной. До Профсоюзной. Да. Ты же там раньше... Да, раньше. Да. Загляну. Заглянешь. Как? Брат, ну хорошего вечера тебе. Все, давай. Если что, на связи. Пиши. По классике. Пишите письма. Пишите письма, да. Все, пока-пока. Наши слоны. Ну что, пацаны, до бонуски добиваем и домой собак крутить. Ой, бутерброды с сыром и ютубчик. Я за сегодня, ну сколько там на экране написано, 66 баксов, сейчас этот заказ, и плюс 1080. У него получилось за 3, нет, даже меньше, у него 2000, 2 с чем-то получилось за... За 3,5, за 4 часа. Стримлю я 600 дней. Ограничитель сниму, мне хватит его на час. Зачем? Не, зачем? Боже, как холодно, пипец какой-то. Что, что, сколько стримлю? В описании канала есть ответы на вопросы. 600 с чем-то дней я в общей сложности стримлю. Конечно, норм. Ну, конечно, не подряд. Ну, почитайте описание. Ну, что вы как маленькие, ребятушки. Я для кого описание, ответы на вопросы создал? Факт. Для кого факт создал? Для вас. Ну, не, ну, конечно, непрерывно я так не буду стримить. Зачем я еще с ума сойду? Чокнусь. Боже, как холодно, это пипец. Так что, дурак, одень шапку, у тебя теплее шапка есть. Я, правда, чуть не подумал. Сейчас одену. Спасибо, Вань, за рекомендацию. Да не за что, Вань, давай. Ваня, а чё, когда уже домой? Да сейчас, Ванёк, сейчас поедем. Всё, шиза, пацаны, сам с собой пизжу. В смысле регулярно? 2 года назад регулярно начал стримить. В августе 22 года. В смысле, я не помню. Я помню. Ой, как холодно, пипец, холодно, пипец. У меня все замерзло. О, как холодно, жесть. Так, срочно шапку надо одеть. Я уже все, голову не чувствую, это пипец какой-то. Да кому дай другим, все мое, все мое. За последние 3 месяца зайди в ТГ, посмотри отчеты, сложи на калькулятор и напиши нам. У меня в ТГ в описании. Можешь посчитать и как раз нам написать, нам всем будет интересно, сколько я заработал за 3 месяца. В скобочках, мне кажется, никому не интересно абсолютно. Брат, очень много. Не, 500 тысяч не будет. Ты шо, откуда... Откуда будет 500 тысяч? Ну, 200, если, слава богу. Если кому интересны заработки, заходите в мой ТГ.
Там все есть. Не стесняйтесь. Можете считать хоть с калькулятором, хоть без калькулятора. Не стесняйтесь. Неплохо, да? Спасибо большое, спасибо. Стараюсь. Стараюсь, въебываю. А что так мало? Или доллара в плане? Все, я устал. Я чувствую прям усталость уже. Вот за 13 тысяч... О, блядь. За 13 часов, вот как сейчас я еду, за 13 час работы. Да, пацаны, я чувствую усталость теперь, реально. Прям усталость. Прям приятная. А, я понял. Ну, нормально. Все, замерз как сука. Красава, красава, брат. Правильно, читай книжки. Это имба. Просвещайся, это важная тема на самом деле. Бля, тут освещение какое красивое, вот здесь прям так приятно. Ой. Страшно, очень страшно. А это завод слева, хлебозавод. Хлеб пекут парни. А могли бы по моей ревке работать, правильно? Правильно. Давай, пока, удачи. Яндексу безумно повезло. И мне с ним повезло, да? По факту. Да я не нагружаюсь. Накачать, что-то сдуло такое ощущение у меня колесико немножко. Ладно, дома уже накачать, пофигу. Ну вот, мы отсюда заказ этот приняли и приехали сюда же. Обратили внимание, да, как заказы интересно падают? Выросли, конечно. А чё бы она болела? Там 3 килограмма всего. Ничего страшного. А нет, нормально. Кстати, да, перекресток прям в доме есть. Но логистика тупая, поэтому воды тут, видимо, не было. И мне пришлось пиздовать туда. Хотя мог бы отсюда отдать заказ, уже быть дома с 1080 рублями бонусом в кармане, блять. В итоге пиздошил реально за 3-9 земель ради, блядь, 3 литров стеклянной воды. Я ебал рот. Меня ловили. Фух. Вот это я устал, пацаны. Три кг, да. Здравствуйте, а вы главное? Доклад. Получите питье тут без конца. Я бы, если бы вам... Вот, они снимают домофон, и вы проходите. Я вас и не трогаю. Куда хотите, туда идти. Не, ну я согласен. Правильно.